Санечка, друзья рассказываю про свой сны. Блядь, чё нахуй? Да кто это напечатал вообще? Я, который тупо закрываю глаза, открываю через несколько секунд, и уже утро. У меня сегодня такая херня была, ну вчера, когда я спал. Реально. Я еще маску себе на лицо сделал. Ну, такую, которая, знаете, типа засыхает, ее потом надо отрывать от лица. Ну я сделал, короче, она засохла, я что-то оторвал. Где-то куски еще остались. Но я пока отрывал, я вырубился. Я потерял сознание, блядь. То есть я ее снимаю, бац, открываю глаза, а уже как бы час дня. Я такой, чё, как это произошло? А как это произошло? Рядом со мной лежит оторванная маска, блядь. И куски на лице такие еще, как бы, которые я, ну, не успел оторвать. И как бы вырубился, пока отрывал маску. Я такой, чё, блядь, нихуя себе. Реально, настолько устал вчера, что, типа, ну, и все. Я съедаю суп в школьной столовке, глисты у меня в жопе. Добрый день, дорогие друзья, и вот, наконец-то, мы снова... Бля, я бы хотел, чтобы моим глистом был Суперсус. ...всей нашей бандой в Чернобыле, друзья. Он бы любую гадость переварил в моем кишечнике. Вообще, все что угодно, если бы я жрал, он бы все такой, типа, о, сюда. Ё-моё. Я сижу за компом, как это видит мама. Что это? Что происходит? Ты кто? Ты в детстве смотришь фильм, и главный герой вместо того, чтобы убить злодея, разговаривать с ним. Иди, блядь! 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 Всё, я не могу, блядь, дышать! Хочешь выделиться? Да. Ну мы же не знаем, как это работает в реальной жизни. Но я думаю, что убить человека это не так уж и просто. Прикинь, у тебя злодей какой-то в жизни. И ты такой, ну, блядь, бам, и все что ли? Не, нифига. Скорее всего, ты тоже будешь с ним разговаривать, общаться, типа, потому что, бля, ну убить человека, это не круто. Меня ж потом посадят. Вот, я вообще... Блин, не. Не. Когда заплыл на глубину и что-то дотронулось до ног. Бля. Когда просто не умеешь плавать. Прошу у друга, с которым дружим 10 лет, скинуть кейс за 5 рублей, друг. И кейс. Тот самый момент, когда в жизни все наладилось и все получается. А, это я, кстати. Трансформится, блядь, ничего себе. Вот это ты вспомнил, спасибо за 120 рублей. Пей. Да я только что выпил, алё, блядь. Гриня, спасибо за 100 рублей. Блять, этот звук. Фу. Математичка знает, что я тупой в математике и все равно вызывает меня решить задачу. Да блять, я не могу. Бля, когда мылся в душе и кто-то сходил в туалет и смыл воду, и я под ебейшим кипятком в миллиард градусов. Бля, у нас такая херня сейчас, вот вроде как бы, ну, и всё. Ну, то есть, вот когда я начал жить вот с этими товарищами, вот, блядь, реально, ты просто идешь такой, значит, всем расходимся по комнатам, все, всем спокойной ночи, блядь, я иду мыть лицо, значит, и все, и бац, все, ну и все. И ты ждешь, пока этот хрен жоп помоет, чтобы помыть свою. А по итогу так получается, что и он ждет, и я жду, и у нас в итоге у обоих бежит вода, и мы оба ждем, блядь, пока кто-то выключит. А никто не выключает, все ждут. А, ну, заебись. Рулетка. Ну так, 5 минут осталось до конца рулетки. И у обоих в итоге грязная жопа, да. Я в магазине беру рандомное мороженое и иду оплачивать. О, здрасте. Че? А? Стримлю.
Не, можно как сделать? То, что нам сейчас выпадет, мы на следующем стриме поиграем. Я на кассе. 400 рублей! Я сначала думал, это 40, нахуй! Когда вернулся с армии, мама приготовила норм еду. Нихуя себе перекачался в армии. Вот это реально служил. Где вообще? Где? Просто гуляем с друзьями. Нихера себе ты гуляешь. В Америке, что ли? И один друг решает резко постучаться в чужую дверь. На, у тебя друзья, блин. Мама, ты можешь уже перестать целыми днями играть. Ты уже тупым стал. А, понял. Да блять, я не могу это. За нами просто едет машина ДПС. Я в 6 лет думающий, что они рассекретили, что я спрятался под сиденьем. Быдло, ты ебаная, блядь. Диад Бодайлик, только если будешь играть за Крика. Используй его способность, у него есть не только стелс. Соня, спасибо за 120 рублей. Привет, Хес. Мы только что с моим парнем закончили сексуальные утехи под твой стрим. Поздравь нас, Клаб. Спасибо, Юля, за 150 рублей. Поздравляю. Хех, спасибо за 100 рублей. Блин, а ведь и правда так-то, если подумать, сколько всякой грязи происходит на моем стриме, а я этого даже не осознаю и не вижу. Ну, среди зрителей имеется в виду. То есть, ну, там... 10 тысяч человек сидит, одновременно смотрит стрим. Ну, кто-то там дрочит по-любому. Среди 10 тысяч по-любому. Кто-то. А кто-то вот такими вещами занимается, а кто-то еще что-то делает такое жесткое реально. Ну, это же пиздец, быдло, наверное. Быдло, ты ебаная, бля. Урталгу. Понял. Спасибо за 120 рублей. Я Геншин скачиваю. Вот, ну, вот это вот. Вот это вот, бля... Батя забывает про меня в гараже, я голодный сижу там неделю. Жизана. На сайте пишут, вам зачислили 1 000 000 рублей, но чтобы подтвердить вашу личность, съешьте коробку для проверки. Делить не я. Чё, блядь? Очередной родственник, ну шо, куда поступать будешь? Блин, ну я уже заебаюсь! Я с вашей мамой делать скибиди папа! Когда помыл головку с шампунем мята? Какую головку? Бля, вы чё, ёбнулись? Быдло, ты ебаный. Сашуля, спасибо. С добрым утром. Ну охуеть. Ися Козловский, спасибо тебе за еще 25 евро. Ты уже сколько евро задонатил? Я в ахуе. Абдул, выложить в сторис фотку с... Вот это не надо мне, пожалуйста. Уже на уроке в классе наступает идеальная тишина, мой живот. Пов, у тебя 1000 часов фазмофобия. Бля, ну да. Бля, что можно 1000 часов делать с фазмофобией? Вы че, ебанутые, блядь? А что мне с твоим пабриком делать? Вот ты задонатил мне, и чё? Чё за хуйня? Дать рейд тому, кто следует. Да ты заебал! Кто это донатит? Селажик, ты что ли, блядь? Да дам я тебе рейд, ёб твою мать. Спасибо за донаты. В ахуе, блядь.
Когда мама зашла в комнату, и ты делаешь вид, что что-то учишь, а не играешь. Ну, на таком ПК, блядь, на таком ноутбуке только и можно что учить, не знаю, таблицы, блядь, деление, умножение. И на нем не поиграешь. Разве что, ну, в Геншин можно, думаю, да. Я наливаю полный стакан воды, делаю глоток, а остальное выливаю. Цветы, которые стояли рядом. А, фейк. Понял. Мама, почему ты так долго был в магазине? Тем временем... Быдло ты ебаная, блядь. Я, кстати, играв в игру на главной странице Гугла во время стрима. Прикольная. Всем чё, советую. Блядь? Чего? А, понял. О какой игре идет речь? Динозаврик, который бегает? Вообще ты... Я помню, когда из Америки в Россию возвращался, играл в эту игру. Мы с Айтипедией сидели, короче, в самолете и кто... Ну, короче, рекорд пытались поставить. Нет, другая? Тогда не знаю. Про кота, чего? Блядь, Козловский, ты вообще что делаешь? С ума сошел. Ну, охуенный паблик. Я бы подписался. Только приходится его администрировать. Ну так и что ты мне предлагаешь? Подписаться, типа, если выпадет в твой вариант, или что? Спасибо за 25 евро. Еще 25 евро. 100 евро уже в общей сумме закинул. Открой страницу поиска Гугла. Не. Я говорю учительнице, что мне не пригодится в жизни знание, как размножаются грибы. Она. Ты как можешь все это говорить? Ты кто после этого? Я в... Мама, зачем ты надела зимние носки? Так же я дома. Да дай ты видео досмотреть, потом открой, блядь. Я с другом спорю на 100 рублей, друг проигрывает, так же друг. Нет денег. Когда вместо $1 пришло 642 квадриллиона зимбабвских долларов. Я думаю, что у меня нормальный голос. Я после того, как услышал свое голосовое сообщение. Ну не знаю, а я голосовой записываю, потом переслушиваю, такой, о, кайф. Мама, я в магазин. Тебе что-нибудь надо? Полумертвый, я в жару. Пепси.